Я тебе сейчас объясню, понимаешь, в чем хуйня? Он приехал, он собрал четверых своих солдат, посадил в Хаммер, блядь, и приехал в СФМЦ, блядь, и поехали стреляться в ЗЗ, блядь. То есть они в само здание зашли и начали стрелять. Я даже заскринил, блядь, у меня скрины есть. Благо, блядь, они стрелять ЗЗ не могли, а я их стоял, тазерил всех, блядь. У меня хорошо, вот единственная моя охуенная, походу, привычка, блядь, всегда брать много тазера, блядь, и снайпы, нахуй. Всегда пригодится, блядь, то есть, ну, блядь, про запас. Я взял 50 тазера, они у меня просто лежали и не вставали, короче. Типа, ну это на НРП, я говорю, ну похуй, на НРП, на НРП, ребята, говорю, блядь. Вы же стреляете в ЗЗ, говорю, ну мне похуй, говорю, делайте что, блядь. Ну НРП, НРП больше не делай. Ну это идеально, ну блять, ну как это нахуй, типа. Они в ЗЗ-шку почти стрелятся, там уже вареники они получают. Это адекватно? По-моему, нет. Это неадекватно, но не надо так делать. Там притоны засажены, кстати. Какие, кто, где? А, у меня слили КВФК. Я не знаю, я, кстати, солярным отбил притон нахуй от троих ацтеков, блядь, я не знаю. Мне просто скучно было, короче, я без формы, без всего, просто броник одел, М-ку взял в руки и пошел, блядь, стреляться. Я троих ацтеков отбил оттуда нахуй. Просто так ничего и не собрал. Типа просто, блядь, я, ну, выдернул ростки вот эти, как, блядь, оттуда нахуй. И все, я ничего не собирал. Так, расследование готово. Ну-ка, поеду я на слёт, пожалуй. Давай, давай. Только ты помнишь, где вставать надо, там чуть-чуть подальше? Да. Ты посмотри на своем фрапсе, блядь, где он появляется, и вот вставай, где я знаю, где там. Махлай. Чоу. Нужно интервью с этим, с Гровом. Делай заказ Туми. Вот, он как раз в сети, я тогда один сделаю, или ты со мной? Давай несколько минут попозже. А, ну давай, после слета. Я как раз сейчас тоже в форму пойду на авто, посмотрю, что. Автосалон. Будет херово, если меня забанят с причиной опру. Не-не-не, вначале вроде как ты пишет, ну, вроде смотря какие админы. Там есть, я помню, админы, которые ты пишет, есть, которые банят. Ну ты на всякий случай загрузи опру. Там на бане. Да меня могут снять, блядь, от баном. Баном, по-моему, снимается лидерка. А, да. Я когда на лидерке стоял, меня взломали за причину взлома, и у меня слетела лидерка. На этом скине сват вообще ничего не видно. Надо менять скин. Столько аксессуаров попадает на него. Мне Томми звонит. Томми Эванс? Нет, не Эванс. Где моя машина? Понятно. Это черт с ЛВПД, то бишь Лео Бордо. Его и вижу, понятно. Где моя машина? Какой рапорт?